простынете, товарищ капитан? Ну? Вы не заметите, как простынете. Я вот каждый день взад-вперед езжу, до того простыла, даже голоса у меня нет. Каждый день? Ага. И не страшно? Страшно. Когда обратно раненых везу, не очень страшно. А вот когда туда одна, страшно. А одной ведь всегда страшнее, верно? Верно. А вы знаете, что страшно? Да. Нет, вы этого не знаете. Страшно, что вот тебя убьют, и уж ничего не будет. Ничего, о чем я всегда мечтала. Чего не будет? А ничего не будет. Я мечтала, как буду учиться, и не училась. Не успела. Мечтала, что поеду в Москву, и всюду, всюду. И вот, нигде не была. Мечтала, как полюблю. И вот знаете, страшно, что тебя убьют, а этого уж никогда не будет. Вот вам уж много лет, вам не страшно, а мне страшно. А вы откуда? Оттуда. Ох, если бы вы посмотрели, какой у нас красивый город был. Такой красивый, такой красивый. Теперь даже себе представить невозможно. Машинников! Прикажите снять шинель и положить рядом с собой! Снять шинель и положить рядом с собой! В случае чего до берега доберется? Я не умею. Снимите шинель и станьте там у круга. Пересчитайте людей. Восьми нет, товарищ капитан. Представляете, если отсюда плыть обратно? Нет, не представляю. Эти три дома, они хуже, чем заноза. Здесь немцы на километр к Волге подошли. Во всей России они глубже не зашли, чем здесь. Вот что значит эти три дома. Так вот, надо выбить. Выбивать немцев будем одним батальоном. Его. А вы должны помнить, ночью не числом, а неожиданностью. Как в Воронеже. Разрешите, я сам поведу? Нет, не разрешу. У нас с вами еще утром работы хватит. Или вы думаете, они помирятся с тем, что он дома возьмет? А ты, Алексей Иванович, помни, для тебя выиграть войну, это значит взять эти три дома и держать их сегодня, завтра и послезавтра. Пока жив. Вот и все. Вся мудрость. Кто атакует? Батальон капитана Сабурова, товарищ командующий. В уличных боях участвовали? Так точно. Саперов вперед. Автоматчиков вперед. Сами тоже вперед. У нас в Сталинграде так принято. У нас в дивизии тоже так принято, товарищ командующий. Хорошо.
Петя, а ну-ка посмотри, там еще есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы здесь остались? А куда же нам идти? Ну, здесь были немцы. А мы сверху завалились, вот нас и не видать. Завалились. А если бы стена рухнула? А все равно, коли немцы. Ну вот что, сейчас уже поздно, а завтра я подумаю, как вас отсюда переправить. А я не пойду. Что? Не пойду. С ними. Куда я пойду? Помрут они у меня по дороге за Волгой. Не пойду. А уж коли упадет, так всех сразу. Отобьемся. Товарищ лейтенант, что будет с подвозом продуктов, когда Волга встанет, а? Пока только сентябрь. Я как бывший снабженец не могу не думать о будущем. Мы здесь и зимой будем. А утром мне сказал товарищ капитан, что пусть лучше его похоронят здесь, чем он переедет на тот берег. Вот как. А я здесь еще наведу полный порядок. Пианино притащу. Капитан любит музыку. Наш уголок нам никогда не тесен, когда я в нем, что в нем цветет весна. Не уходи, еще не спета столько месяцев. На Волга, передаю. Записывай. Еще звенит.
Передаю, записывай. 96, 105, 24, 38, 68, 90, 106, 42. Не уходи. Повтори, повтори. 96, 105. Ну как, контузия? Отлежался немножко? Лучше. А? Ветер! Воды. Товарищ капитан, хоть теперь-то покушайте, ведь сутки не ели. Ну ладно, давай, только скорее. Береза, 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 слышишь? Я Волга. Как слышишь? Давай телефонограмму. Записываю. Хорош. Береза. 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 Береза, слышишь? Я Волга. Волга. Как слышишь? Давай телефонограмму. Записываю. Так. Повторяю. Для 12. 43, 86. Алексей Иванович. А? Побрейся, Миша. И так за эти 10 дней на 10 лет постарел. Довольно. Раненых всех вывезли? Всех. Вот. 82 человека. Даже, вы знаете, сегодня с того берега приехали за ранеными, а их нет. Редкий случай. А вы знаете, кто приехал? Та девушка, которую, помните, вы из воды вытащили. Ведь она, оказывается, от нас все время раненых вывозила. А мы ее не заметили. Она сегодня приехала, их нет. Тут нас вместе. Меня вот сюда притащили, а ее как стемнеет на тот берег понесут. Двадцать восемь, 44, 18. Садитесь, отдыхайте. Ну, что с вами? Да удар по голове очень сильный, а потом ранили. Ранили это так, чепуха, по-моему. Вы тогда как-то так исчезли. Ой, я же забыла вас поблагодарить. Спасибо большое. Я не к этому. Я знаю, но все равно спасибо. Я уж думала, больше вас не встречу. А я наоборот. Думал, что встречу. Почему? Вы же здешние. Здешние. Да нас тут на поселке все знали. Мой дом вот тут третий за углом. Сильно болит? Ничего, ничего. Это контузия. Пройдет. Конечно, конечно, ничего. Сейчас вас на тот берег переправят. Поправитесь. И опять будете раненых возить. Вы сейчас так говорите, как мы всегда раненым говорим. Ничего, миленький, скоро заживет. Но вы же сейчас ранены, вот я сейчас с вами так и говорю. Сейчас меня уже понесут. Да. Вы меня будете вспоминать? Буду. Вспоминайте. А я и правда скоро выздоровею и буду раненых возить отсюда, от вас, хорошо? Вы вспоминайте. Как же вас не вспоминать?
Непременно буду вспоминать. Товарищ капитан, штаб полка вызывает. Сейчас иду. Голова очень болит. Бедная вы моя. Несите. Бывали здесь, капитан? Бывал. Мало сказать, бывал. Я был здесь секретарем горкома комсомола. Еще 3 месяца назад, когда мы уходили на фронт, трудно было себе представить, что воевать мы будем вот в этом доме. Это ведь заводская гостиница была. А вон налево клуб был. Все своими руками строили. 15 лет назад пареньками липки тут сажали. Воскресники делали. Не думал я тогда, что эти липы скосят снарядами. А пареньки, не дожив до 30, будут помирать на этих улицах. Да. Пеплом пахнет. Не могу я привыкнуть к этому запаху. Ничего. Привыкните. Ну? Я очень рад, что вас прислали, капитан. Все-таки теперь нас трое. А мы здесь, в этих домах, расположились, как домохозяева. Решили от немцев никаких предложений о выезде не принимать. Посмотрите на него. Разве можно с таким начальником штаба крепость давать? Стальной взгляд, мужественная улыбка. Вот вы, Алексей Иванович, всегда надо мной. Ты штопай, штопай, штопай. Этот герой. Видите, чуть меня одного не оставил. Вот пока все это не заштопаешь, до тех пор в разведку не пущу. 8-й день тихо. Не могу я сидеть сложа руки, когда в соседних дивизиях люди насмерть бьются. Ничего, милый, ничего. Здесь каждому на его долю достанется. Ну, довольно. Ты вот что, лучше-ка встань, да заведи нам какую-нибудь хорошую пластинку. Вот это бы. Какая песня была. Ах ты, степь широкая, степь раздольная, ах ты, Волга, матушка, Волга, вольная. Степь раздольная.
Ух, как Волга хорошо стала видна. Не то, что раньше. Дома мешали. Эх, хорошо бы сейчас по реке, на лодке, с девушкой. А, товарищ капитан? Хорошо, хорошо. Только трудно себе это представить. Да. А знаешь, Миша, интересно, мне одна девушка сказала, что ей страшнее на войне от того, что у нее не было любви. А у вас была? Что? Любовь. Любовь? Скоро по Волге сало пойдет. Трудно будет с того берега к нам уже добираться. Да. Ну как, наладили связь с Ремезовым? Не удалось. Почему? 5 часов не можете мне наладить связь с командиром полка. 3 связных убили. А вы сами наладите. Есть. Зачем здесь пулемет? Вот видите, сейчас полезу туда. Оттуда все как на ладошке, прямо из окошка будет. Сшибут. Не сшибу. Первым же снарядом сшибут. Не сшибу. Алексей Иванович, ведь на Ремезова жмут. Весь 7-й корпус взяли. Разрежут нас сегодня, если дальше так пойдет. А мы из окошка и прямо оттуда. А, Алексей Иванович, ведь немножко поможем. А? Хорошо. Могу идти? Можешь? Есть. Гордейте, Сабурова! Вперед! Поставьте миномет прямо тут за стеной. Есть. Бейте по 7-му корпусу. Там же наши. Нет, там уже немцы. Быстрей. Бьют, а? По-моему, из-за врага батарея бьет. Ну-ка. Дайте огонь по батарее. Прицел 4.00, 2 мили. Огонь! Выстрел! Восстановили? Нет возможности. Начальник связи. Что это такое, по-вашему, а? Это телефон? Это телефон или игра в молчалку? Протяните мимо 7-го корпуса. Там уже немцы. Протяните в круговую! В круговую, по берегу! Есть, это. Товарищ полковник, немцы вышли на берег. А, черт! Голубчик,
Пойдите, прикажите занять круговую оборону. Есть. Подпишите донесение в штаб армии. О чем? О том, что Ремезова отрезали, что немцы к Волге пробились. Не подпишу. Почему? Потому что не пробились и не отрезали. То есть как? А что ж доносить? Сегодня ничего. Нынче ночью отобьем берег, соединимся и донесем обо всем сразу. Если отобьем, нам это молчание простят. А если не отобьем, судить будут? Не будут. Не будут нас с тобой судить. Некого будет судить, если не отобьем. Что, Егор Андреевич, думаешь, не доношу? Ответственности боюсь. Нет, не боюсь. Но ведь это если мы немцев к Волге пустили, это на всю Россию огорчение. Не хочу даже на один день всю Россию огорчать. Сперва отобью, а потом скажу. Да, но мы даже не знаем, что там. Жив Ремезов или нет. Узнаем. Сейчас туда Соборова пошлю. Туда? Не пройдет. Вдоль самой реки. Все равно не пройдет. Пройдет. Должен пройти. Если дойдет, к ордену Ленина представлю. Не утвердят, свой отдам. И не спорь со мной, я злой сегодня. Его оглушило. Говорит, голова разламывается. Может, какие-нибудь капли помогут? Какие тут капли? Тогда вот что. Вы его пока не будите. Его на 7 командир дивизии вызывает. Вы его в обрез разбудите. Я весь день вытаскивала у вас раненых. Как же это я вас не видел? Не знаю. Да ведь столько всего было. Да, это верно. Уже совсем поправились? Да. Я все ждал. Когда вы придете? Я вас разбудила, вам надо было спать. Вы? Да. Я на вас смотрела так, чтобы вы проснулись. Нарочно. Я хотела, чтобы вы скорее проснулись. Я очень рад, что вас вижу. Я очень много думала о вас. Очень много. Когда лежала там, на том берегу. А сегодня... Сегодня я с утра знала, что вас увижу. Я ничего кругом себя не замечала. Все только и думала о том, что вас увижу. Так если я к вам часто ездить буду, я, пожалуй, храброй стану, а? Вы и так храбрая. Нет, так я не храбрая. А вот сегодня храбрая. Да, Аня. Вот как иногда в жизни бывает. Вы хотели что-то сказать? Нет, чего. Что, Ваня на часы, да? Угу. Вы его в обрез разбудите, да? Да. Вы еще от нас не уходите? Нет. Может быть, будут еще раненые, и я поеду перед рассветом последним катером. Тогда я вас еще увижу.
Вы отдыхайте здесь. Я, наверное, скоро вернусь. Я вам говорю, что это по берегу бьют. Может быть, от хозяина к нам ползут. А может, не ползут. Филипчук, собрался? Сейчас наш полковник. Собирайтесь, собирайтесь. Ползут или не ползут, а вам ждать нечего. Донесение готово? Никак не отпечатаем. Все еще печатаете. Постыдно. Вы что думаете, голубчики? Я тут год в окружении сидеть буду. Он не пойдет, второй пойдет, третий, четвертый, сам пойду. Может, разрешите мне сразу пойти? Самому. Этого еще не хватало. Левая нога у командира полка ранена, а правая рука уползла. Да скоро вы мне ногу забинтуете, чтобы я ходить мог. И молчите. Я знаю, что вы хотите сказать. Хорошо, что в окружении, а то бы вы еще эвакуироваться предложили. Я всю вашу латынь еще с гимназии знаю. Не выйдет. Донесение. Сабуров. Сабуров, голубчик. По вас били. По мне. От хозяина. Если убит, заменить. Если жив, доложить. Так что ли? Точно. Жив, милый, жив. И полк жив. И еще драться будем. Подойдите, голубчик. Дайте я вас расцелую. Филипчук. Что? Ползите сюда. На всякий случай, донесение у меня вот тут. Давайте руку. Чувствуете? Чувствую. Филипчук Федор Семенович. Кого же теперь Кремезову с приказом посылать? Его же. Устал. Еле на ногах держится. Может, кого-нибудь другого, а? Можно. Только он уж дорогу знает. Вернее, дойдет. Готов приказ? Готов. Остриков. Слухай, товарищ генерал. Чаю с печеньем. Ага. И варенье вишневое там у меня в чемодане, знаешь? Ну, последняя банка, товарищ генерал. Знаю, что последняя. Слухай. Трудно судьбу
за одну ночь в третий раз испытывать. Алексей Иванович. Алексей Иванович. Ползти, ползти. Вот приказ. Остальное на словах. Это я не могу бумаге доверить. Передай Ремезову. Атака с обоих сторон ровно в час. Как дойдешь, чтобы я знал три ракеты над Волгой. Понятно? Понятно. Разрешите идти? Нет. Прежде чаю выпьем. Водки я тебе не дам, ты устал. Ну, варениками не могу угостить, нету. А вот, вот украинской вишней прошу. Держал консерв Трест, Киев. Чуешь, Киев. Неужели так с самого Киева и возили? Да. Ну, нет, приврал, конечно. Где-то под Воронежем выдали. Так с тех пор и вожу. Понятно. Люблю вишни. Як размовляете у нас? Вишня, тай садочек, тай песни співати. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю? Чому мені, Боже, ти крила не дав? Я б землю покинув, та й в небо злітав. Два часа стоите. Простудитесь, товарищ генерал. Відчепись. Да шо я ракеты не побачу, чи шо? Відчепись, Востриков. Відчепись, Востриков, відчепись, Востриков. А якщо простудитесь, тоді шо? Люди готовы, товарищ генерал. Хорошо. Сигнала все еще нет? Нет. Уже два часа прошло. Значит, не дошел. Не может быть. Без четверти час. Как же с атакой? В час пойдем. А Ремезов? Одни пойдем. Может, все-таки? Что все-таки? Послать донесение. О чем? Но обо всем об этом. Может быть... Нет, не может быть. Не может быть, чтобы он не дошел. Не может быть, чтобы мы не пробились.
чтобы войну не выиграли. Простудитесь, товарищ генерал. Вытчепись, Востриков. Остриков, дай мені шинельку. Щось я трохи змерз сьогодні. Я ж вам казав, товариш генерал. Я так испугала, что вы умерли. Когда прибежала тогда в блиндаж к Ремезову, когда мы соединились. Мне стало так страшно, когда я увидела, как вы лежите. И я вас поцеловала, но вы уже больше не открывали глаз. А потом я вас привезла сюда и оставила. А потом я... Почему же вас так долго не было? Я лежу уже 8-й день. А я не могла. Я все была там. Только вчера стало тихо, а то было столько раненых. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Сегодня пробовал встать. Ноги еще немного болят. Вы знаете? Да. Я встретила свою маму. Я думала, она погибла. Мы сейчас с ней вместе живем, здесь, недалеко. У сестры. Я ей рассказывала о вас. Что же вы ей рассказывали? Все. Ну что ж, привет ей от незнакомого капитана. Я знаю, что я сделаю. Я вас отсюда возьму. Возьмете? Куда? К нам. Вы будете лежать у нас. Мама будет за вами ухаживать, и я. Я буду уезжать днем и ночью возить раненых. А утром, пока не уеду, буду за вами ухаживать. А когда же вы будете спать? Потом. Когда вы выздоровеете. И не спорьте со мной. Так и будет. Я знаю, мне разрешат. Я сейчас за вами приду. Последние листья, уже совсем осень. Алексей Иванович! Миша! Дорогой! Здравствуй! Здрасте. Ты что же это батальон-то бросил, а? Так мне сам Проценко приказал хоть на час, а съездить. Вот как? Да. Как вы тут? Хорошо. Алексей Иванович. Ой, сейчас. Что там? Сейчас. Подкармливаешь начальство, а? А как же? Она сейчас все много. Да. Подвозит. Так. Ну, какие там героические подвиги без меня совершил? Да все как при вас. Пока никаких. Угу. Кто жив, кто нет? Почти все живы. Женщину что в подвале убила. А дети? И детей тоже. Прямо одной бомбой. А где похоронили? Там в этом... Где-где? Не похоронили. Почему? Вынести не успели.
Отобрали его у нас немцы. Что, крайний дом? Да. Вот с этого надо было начинать, Миша. Алексей Иванович, мы не виноваты, ей-богу. Я в 5 контратак ходил. Мы тут и Тремезова опять хотели от нас отрезать. Да генерал, чтобы его отбить, половину людей у нас отобрал. Как раз в это время, видите, мы не виноваты. Все, что отдали, Миша, все обратно брать придется. И знаешь кому? Нам с тобой. Да. Ну, хорошо, довольна об этом. Через 3 дня вернусь, договорим. Через 3 дня? А не рано? Нет, как раз. Ну-ка, отвинти, давай выпьем, чтобы дожить до этого. Нет, это вам. Ну-ну-ну-ну. Я ведь на минутку. Повидать вас, и все. Слушай, Миша, а ты не удивился, что я не в госпитале, а вот здесь? Нет, мне сказали. А что тебе сказали? Все. Видишь, Миша, как в жизни бывает. Хорошо бывает. Наверное, поэтому и жить так хочется. Да, бывает. Ну, я пошел. Так скажи всем, через 3 дня буду. Не знаю, куда пошлют. А знаешь что? Я попрошу генерала, чтобы мы были с тобой вместе. Хорошо? Хорошо. Ну, идем. Проси ты сейчас никого ни о чем. Пусть будет все, как будет. Знает, есть в тебе что-то такое, что вот скучно без тебя. Как будто из комнаты печку вынесли. Спасибо за сравнение. Пожалуйста, кстати, дело к холодам. Что по Волге, сильное сало идет? Сильное. Наверное, завтра к утру уже ни взад, ни вперед не переехать. Как хорошо, что вы успели приехать. Да, хорошо. Теперь, наверное, нажмут. Воспользуются, что с недели ни провианта, ни патронов не подвезешь. Наверное. А людей мало осталось. Да, как под Москвой. Так же отступать было некуда, ни одного человека не давали. А потом в один прекрасный день, нет, не может быть иначе, деремся мы с вами до последнего предела.
чтобы дать время целым армиям собраться. А ты вот сидишь тут, может, и маленький человек, но все это за твоей спиной. И поэтому нельзя тебе с места сдвинуться никуда. Алексей Иванович! О, Петя! Приехали! Здравствуй! Садитесь. Ничего, ничего. По такому случаю, да? Ну, пожалуйста. Сидишь у камина. Вот. И смотришь с тоской, как печально дрова догорают. Матрико, принимай. Ветер, скорее поесть. Есть. Матрико, принимай. Ты сам ел? Ел. Когда же эта Волга станет, чтоб привезли хоть чего-нибудь? Весь Сталинград ее уже об этом 2 недели просит. Должна встать. Это русская река. Должна. Снова здорово, поесть не дадут. Товарищ капитан, атакуем! Любит? Любит. Только молчи. Принимаю. Востриков, я поклич капитана. Я поклич. Ну ничего, сделаем, чтобы вместе. Я вас прошу, товарищ генерал, он ведь не попросит. Он не любит просить. Когда в такие тяжелые минуты человек может быть счастливее. Разве это не хорошо? Так я же говорю, хорошо. Товарищ генерал, разрешите доложить? Не надо, уже доложил. Есть нечего. Сухари? Знаю. Патронов? Патронов мало. Экономь. Черт тебя знает. Волга, может, еще 2-3 дня не станет. Речь Сталина. Слыхали? Слыхали. Будет и на нашей улице праздник. Слыхали? Слыхали. А кому это сказано? Всем. Всем-то всем, а нам втрое. Сухари едим, а праздник будет. Патроны считаем, а праздник будет. 500 метров от Волги стоим, а праздник будет. Товарищ генерал, разрешите доложить. Опять атака. Идите. Резеда. Резеда. Резеда, говорю. Иди ты к чертовой матери! А ну, в чем дело? В тыл хотят тянуть, товарищ капитан. А что у тебя, Степан? Ноги перебило у него. Ну и что же? Они же мне их не починят, ноги-то. Ну? А врач убитый, я сам видел. Ну, убит. А тебя все равно надо хоть спокойное место перетащить. Ну, товарищ капитан, на ту сторону все равно не переправят. Волга не даст. А я вот с этими ногами 2 часа уж бьюсь. Я еще ударю по ним перед смертью. Оставьте его. Товарищ капитан, вас Ванин зовет. Пусть сюда идет. Он не может, он раненый лежит. Черт. Никуда меня отсюда не понесут. Ну хоть туда, в штаб дивизии. Все-таки там тише. Никуда меня отсюда не понесут. Мало мне других уговаривать. Еще тебя. А ты не уговаривай. Я на этой улице 15 лет прожил. Если помирать, так буду тут. Сейчас тебя перенесут в штаб дивизии. Где-то улица, где-то дом, где-то барышня, что я влюблен. Вот эта улица, вот это дом. Во второй роте патроны все для автомата хочет. Пойди в штаб, возьми ящик патронов. Последний? Да, последний. Есть. Подожди.
На вот набей полный, остальные отдай. Есть. Правда, больше нет? Нет. А если Волга завтра еще не станет? Ну что ж, тогда как ты сам сказал? Будем умирать тут. Советскому Союзу. Приятно видеть такое поле боя. Поздравляю вас, товарищ генерал. У немцев было все, чтобы прорваться. И они не прошли. У вас, казалось бы, ничего не было, и вы устояли. Устояли мужеством, силой и духа, последними патронами. Все еще будет. Они еще сюда раз сто полезут. Но запомните этот день, товарищи командиры. Сегодня вы их победили. Сколько сегодня было отбито атак? 11. А сколько осталось людей? 72 человека. И с места не сойдете? Не сойдем. У вас в дивизии так, кажется, принято. Так точно. У нас в дивизии так принято, товарищ командович. Теперь вижу. Сколько у вас осталось снарядов на орудие? 3 снаряда на орудие. Завтра будет 10. Послезавтра 30. Стала Волга. Стала. У Проценко вчера за день было отбито 11 атак. Я их поздравил с победой. И я не кривил душой. Но я не могу закрывать глаза на то, что через 2-3 дня, каким бы мужеством они ни обладали, у них просто не будет людей. У них нет людей. Нет, совсем нет. А Проценко у меня не один. У всех так. Я уже в рапорте излагал, и сейчас повторяю. Ввиду исключительно тяжелого положения с людьми, я прошу дать мне из фронтовых резервов хотя бы дивизию. Садитесь. Садитесь. Я не хочу вам отказывать, товарищ Матвеев. Я знаю, что ваша армия находится в 500 метрах от Волги. Я знаю, что у вас мало людей. Я знаю, что ваша просьба законна. Но я хочу, чтобы вы сами отказались от вашей просьбы. А для этого вам нужно, если не понять, потому что все целиком понять, пожалуй, даже и нельзя, то, по крайней мере, представить себе, что здесь произойдет в будущем. Ради чего вы там, за Волгой, отдаете свою жизнь. Если мы сегодня скажем вам, у нас нет дивизии, даже нет двух дивизий, мы скажем вам неправду. Сталинград. Вот. Вы так думаете?
Так думает Москва. И слова «Будет и на нашей улице праздник» — это слова не о таком уж далеком будущем. Ну вот, Федор Сергеевич, мы тебе сказали все, что могли. Теперь вернемся к вопросу о дивизии. Значит, вам, чтобы удержаться, непременно нужна дивизия? Нет, мы так вопрос не ставим. Но она все-таки нужна вам? Нет, мы ее не просим. Здравствуйте, товарищ капитан. Здравствуйте. Что с вами? Да вот ранило. Отлеживаюсь тут. Вы к нам по Волге? Да, по Волге. Как лед? Сани едут. Уже едут? Едут. Наверное, завтра даже машины пойдут. Вот это хорошо. Алексей Иванович здесь? Ушел к командиру дивизии. Вы знаете, только к утру вернется. Ну, тогда разрешите к вам. Пожалуйста. Назначенный ваш батальон военфельдшер Клименко по месту назначения явился. Не смотрите на меня так. Я никого не просила об этом. Я знаю. И он тоже никого не просил. Я знаю. Я просил. Вы? И прекрасно, что вы здесь. Я особенно рад, что вы будете вместе с Алексеем Ивановичем. Когда происходит такое, черт его знает, страшное или не страшное, ну, в общем, трудное для человека. Особенно хорошо, когда вместе. Правда ведь хорошо? Правда хорошо. Товарищ Ванин, а где же ваша семья? Они ведь, кажется, до войны здесь, в Сталинграде жили. Не будем об этом говорить. Товарищ Ванин, а зачем вы всюду с собой этого зайку таскаете, а? Это особый счет Масленникова. Эх, Ванин, какое мне сон снился. К нам? Ой, да? Да. Кушать хотите? Нет. Спать хотите? Ведь Алексей Иванович только к утру вернется. Я знаю. Что, много раненых было? Много. Только уж всех вытащили. Ну вот. Значит, вы можете отдохнуть у нас. А я не устала. Да ну что, как же можно за эти дни не устать? Вы все-таки прилягте. Я вам очень хорошее место найду, а пока вот на мою постель прилягте. Ну вот, я вас послушала, легла, а спать-то ведь не хочется. Ну расскажите что-нибудь. Как вы здесь без меня это время жили? Прекрасно. Вы так говорите, будто я не здешняя. Будто я делегация из щиты с подарками. Да нет, я знаю, что вы все знаете. Я только в том смысле, что мы сегодня все атаки отбили. Я очень рад, что вы пришли. А то вы знаете, когда все мужчины да мужчины, то невольно как-то грубеешь в этой обстановке. Может, закурить хотите? Я ведь до войны не курил. До войны. Мама сердилась. А в этой обстановке тянет. Закурите. На койке, в двух шагах от него, спала женщина, жена его товарища, в которую он бы влюбился,
если бы она не была женой его товарища. Так он думал. И в которую он был уже влюблен, так было на самом деле. Но он бы никому в этом не признался, даже самому себе. Ну, садитесь, садитесь, товарищи. Садитесь, устраивайтесь. Разрешите? А, Алексей Иванович, последний. Извините за опоздание, товарищ генерал. Ничего, раздевайся. Вот мы тебе сейчас нальем штрафную, тогда в следующий раз не будешь опаздывать. Садитесь вот пополам со мной. А, спасибо. Вот так, в тесноте да не в обиде. Ну-ка, передайте ему штрафную рюмочку. Прошу налить, товарищи. Сегодня у меня долго был командующий. Он мне рассказал кое-что о будущем такое, чем я просил у него разрешения поделиться с вами. Но он мне сказал, что еще рано. Но все, что вам надо знать, вы и так видите по моим глазам. Так уж смотрите, смотрите. Я вас сегодня собрал не на совещание, а просто, чтобы вы посмотрели друг другу в глаза, посмотрели и поверили, что в предстоящие тяжелые дни каждый из нас будет стоять до конца. И, может быть, не все мы доживем до светлого часа победы, но дивизия доживет. И мой первый тост сегодня за то, что скоро наступит и на нашей улице праздник. Очень хочется дожить до этого часа, товарищ генерал. Вот именно, так хочется дожить, что я с завтрашнего дня буду чаще пригибать голову, когда буду ходить по окопам. И вам советую пригибать голову. У тебя? У меня. Разрешите идти? Подожди. Кто у тебя там остался? Ванин Масленников. Ничего, обойдется. Сядь. Посиди хоть раз в жизни спокойно. Подползло к блиндажу. Ну? А мы их гранатами. А Ванин где? А он приказал себя к телефону поднести. Дежурь. Ну, Миша, мне сейчас генерал сказал. Ванина? Да. А где она? Она? Она тут была. Она пришла, когда вы ушли. И тогда ее ранило. Алексей Иванович! Где она?
Унесли, уже, наверное, на том берегу. Ее вот сюда ранили, и в голову, как меня. Ну, сюда совсем легко. Когда прорвались немцы, она перевязывала раненых. И тут граната. Тяжело ранили? Алексей Иванович. Я тебя спрашиваю, тяжело или нет? Тяжело. Ты посты поверял? Нет еще. А ты поверь. Сейчас иду. Иди. Алексей Иванович. Иди, иди. Соборов слушает. Проценко говорит, скорее вставай, надевай сапоги, выходи наружу и слушай. Слушай, а потом мне доложишь, слышал или нет. И своих там разбуди, пусть слушают. Ты слышишь что-нибудь? Слышу, товарищ капитан. Наша бьет. А почему думаешь, что наша? По голосу слышу. Вставайте! 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 Вадим! Вадим, вставайте! Что случилось? Что случилось? Многое случилось! Идите наверх, слушайте! Что слушать? Да идите слушать, потом договорим. Соединись, Проценко! Идем. Идем, Вадим. Ага, все слышали? Началось, милый, началось. Помнишь, как под Москвой? Помнишь? Еще увижу я свою родную Украину. Еще постою на Владимирской горке. Разумеешь? Разумею, товарищ генерал. А не может сорваться? Не может, не смеет сорваться, когда мы из-за этого столько здесь высидим. Ох, как я хотел бы быть там. Где там? Там. Где наступаю? Можно подумать, что ты сейчас сидишь где-нибудь в Ташкенте. Нет, я хотел бы быть именно там. Там, где наступают. Мы здесь тоже будем наступать. Но это еще когда? Сегодня. Лавры наступающих армий, я вижу, не дают вам покоя. Не дают. Ну что ж, это хорошо. Так какой же ваш план? План у меня простой. Захватить мой крайний третий дом. Когда? Сегодня ночью. Хорошо. Хорошо, но люди, люди... Найду. А потом на радостях и вы мне немного дадите, а? Да. Ну и генералу, если доложим, тоже даст. Даст. Под такой аккомпанемент мы непременно возьмем этот дом. И все хотите в одну ночь? И собрать людей и атаковать? Успеем. Сколько у тебя людей? 30. А вы сколько дадите? Еще 20. А если я дам еще 30, все равно успеете собрать всех? Тем более успеем, товарищ генерал. Хорошо. Скажите от имени генерала, бойцам и командирам, кто первый в дом ворвется, орден. Кто второй, медаль. Кто немцев в плен возьмет, медаль. Все, так и передайте. Как вы думаете, Алексей Иванович? А? Туда?
Дальше наступление идет. Что-то меньше слышно стало. Ветер в ту сторону. Ничего, Миша, все должно быть хорошо и там, и здесь. Тут можно автоматчиков посадить. Есть. А сюда мы ночью свой штаб переведем. И Ванина сюда перенесем. Чтобы все тут было. Чтобы каждый знал, что штаб находится здесь и никуда не уйдет. А если уйдем, то только вперед. Теперь, Миша, только вперед. Алексей Иванович. Да? Она нас догонит. Что? Аня нас догонит. Выживет. Непременно догонит. Я это сердцем чувствую. Не может быть иначе. Ближе. Да.